Ребята, сделала салат. Тиффани называется. С виноградом. Там курица, грецкие орехи. Яйца, сыр. Слоями. Между слоями майонез. То есть первый слой. Сначала майонез на тарелку. Потом курица. Потом орехи. Яйца, сыр. В общем, и сверху виноград.
можно было выложить в виде виноградной лозы. И, честно говоря, я не нашла зеленый виноград. Лучше было бы зеленый виноград, но у меня красный, причем мелкий. Если красный, то хотя бы крупный нужен. А можно было вообще выложить пополам половина. Можно было половину сделать зеленый, половину красный. И получилось бы вот так, как инь-янь. Такой как тортик. Сейчас поставлю на балкон, потому что в холодильнике уже места нету. Так. Еще я настругала целую кастрюлю оливье. Вот. Оливьешка. Так, тут мандарины. Стейки буду запекать в духовке с картошкой. В общем, готовимся отмечать Новый год. Тут идет продоцента или что там, брошюрика. В общем, фильмы идут. Первое декабря, час до Нового года. У меня запекается мясо с картошкой. На улице плюс один. Там у нас петарды взрывают, фейерверки. Так. Здесь у меня в духовке запекается мясо. Осталось буквально минут 10. Так, 4 стейка и картошка. Думаю, минут через 10 уже можно выключать. Так, календариков у меня теперь нет, закончились. Я их выкинула. Там один в коридоре висит с котятами. В общем, все наготовила. Картошка запекается. Здесь у меня оливье. Здесь бутерброды с икрой. Здесь у меня салат Тиффани с курицей, с сыром, с орешками, с грецкими, с виноградом. Салат Тиффани. Здесь еще оливье настроганное. Ну и все, пожалуй. Так, сейчас надо подумать, не забыла ли я чего. Там, в принципе, еще есть рыба, форель, рыбка есть. Можно было блинов на печи сделать с рыбкой блины. Ну, нас-то всего... Сын, кстати, на этот раз дома, Новый год встречает с нами. Ну, с нами, не с нами, не знаю, что-то он без настроения. Ну, наверное, с нами будет отмечать... Поезд хоть. Только пришел, ходил куда-то. Так, ну ладно. Через 10 минут все будет готово. Скатерть я пока не постелила, потому что я тут буду сейчас тарелки накрывать, расставлять. Ну, наверное, мы есть будем все-таки в комнате. Там, перед телевизором. Кто у нас там поет? А, это лучшие. Показывают лучшие хиты. За 25 лет последних лучшие песни всякие там. Теперь у меня на кухне нет календаря, поэтому дату я вам не буду сообщать. А если буду говорить число, то с ошибкой. В общем, не знаю, буду ли я еще снимать сегодня, когда все это через полчасика уже надо стол накрывать. Короче, надо все сейчас все это доставать. Я не знаю, достать ли мне эту новогоднюю скатерть. Наверное, я ее достану все-таки. Хотя есть мы будем не на кухне, а в комнате. В общем, пошла стол накрывать. Сейчас подумаю, что я забыла. Еще есть колбаса копченая, есть рыба соленая. Но это, по-моему, будет уже слишком. Два салата. Один с колбасой с вареной, другой с курицей жареной. Еще мясо с картошкой. То есть еще и бутерброды с икрой. И так всего-всего, куда уж колбасу с рыбой, я даже не знаю.
Тем более настроя всего. В крайнем случае, завтра будем доедать еще рыбку с чем-нибудь. В общем, пошла накрывать стол. Не знаю, смогу ли еще что-то снять сегодня, но постараюсь хотя бы сфотографировать. Так. Стелила я скатерть.